Готовились. Get ready. Action. I'm Mariam from Georgia. Enjoy the colors of the rainbow. A-A-O-A-O-A-O. Stop. Fighting. Man. Keep the silence, please. Action. I'm Mariam from Georgia. Enjoy the colors of the rainbow. A-A-O-A-O-A-O. Я искренне желаю грузинской делегации победить, потому что ваши грузинские пчелки, честно, я вспоминаю их из года в год, я их не могу забыть. И вообще Грузия на конкурсах детского Евровидения, она всегда выглядит очень ярким и свежим пятном, и мне это нравится. Детки выглядят как детки, не как, знаете, вот очень многие страны, то, что я могу поругать, то, что мне не нравится ни как зрителю, ни как режиссеру, ни как человеку. Очень многие страны выставляют детей, ну, такими ряжеными куклами. В том, что показывают дети, нет ни капли детскости. Костюмы взрослые, музыка взрослая, тексты взрослые. Это имитация детства. Грузия всегда показывает настоящее детство в своей вот такой квинтэссенции. Поэтому я искренне желаю вам победить. Я сегодня увидел ваши костюмы, я был просто поражен. Спасибо вам большое. Kill me dead without war, just so they don't fight no more, just a day to stop it all, just one day to change the world. Kill me day to tear the cause of the love that we have lost, and to say we've had enough, making war instead of love. Угу. Да, вы тоже третий, так думаете? Да, третий дубль был очень хороший. Бланка его, Мари, да, можем его послушать. Да, ну, давайте послушаем. Making war instead of love.
Все, спасибо. Кае. Это финальная песня детского Евровидения, которая будет петь Дима Колдун. Вот, и как бы со всеми ребятами. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the